Уважаемые граждане России, в воскресенье 4 марта состоятся выборы президента нашей страны. В соответствии с Конституцией глава государства будет избран в результате всеобщего и прямого голосования. Каждый совершеннолетний гражданин имеет право и возможность отдать голос тому кандидату, которого хочет видеть на посту президента. Все мы хотим перемен к лучшему. В своем городе, в своем селе, мы стремимся к тому, чтобы наша страна была демократической и процветающей, а люди жили достойно и благополучно. Всем нам нужны порядок и справедливость, неукоснительное соблюдение прав и свобод человека. Нынешняя избирательная кампания прошла в атмосфере высокой гражданской активности. Она показала, что российское общество стало более зрелым и четко формулирует свои требования к власти. Это значит, наши граждане понимают, что от предстоящих выборов зависит наше будущее. Они готовы нести свою долю ответственности за нашу страну. А результаты той политической реформы, которая была предложена мною в послании Федеральному собранию, позволят нашим людям активнее участвовать в управлении государством. Президент России является главой государства он наделен Конституцией очень широкими полномочиями. Это напряженная и предельно ответственная работа. И будущий президент должен быть способен выполнить ее эффективно. Продолжить курс на развитие современной экономики, сделать все для благополучной жизни наших граждан обеспечить обороноспособность и безопасность страны, утвердить ее авторитет в мире. Для работы президента очень важны доверие и поддержка граждан. Я сам имел возможность неоднократно в этом убедиться. Только вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслуживает вашего голоса. Убежден, что ваш выбор будет правильным. 4 марта мы вместе должны определить, каким путем наша страна пойдет в следующие годы. Наше будущее зависит от каждого из нас. Приходите на выборы и проголосуйте.